На прошедшем совещании Комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству региональный Минстрой предоставил свой проект бюджета на 2021 год. Основная часть, 1,5 миллиарда рублей, заложена на программу «Жилье и городская среда». Не забыли и о тех, кому нужна срочная помощь. Одни ютятся в разваливающихся аварийных домах, другие скитаются по съемным квартирам. Вопрос обманутых дольщиков и завершение строительства проблемных объектов решать нужно как можно быстрее. На это в следующем году заложено больше 220 миллионов рублей. Как наша боль, как бы собирались за вот последние 2 года несколько раз, но пока еще как бы ничего не двигается. Вот список смотрел по улице Розенбург, лидер в этом списке, ее нет. Да. У меня 3 обращения по этому дому, этому комплексу. В планах достроить 7 проблемных домов на Красноармейской, Буинской, маршала Устинова, Транспортной, на Карла Маркса, на улице Розы Люксембург и улице Строителей в Димитровграде. Согласно, скажем так, намеченного плана, согласно дорожной карте, которая согласована с домом РФ, из 7 домов, по которым подписано соглашение, по 6 домам решения должны быть приняты в этом году, и мы должны в этом году сделать взнос и получить средства из федерального бюджета. Соглашение с фондом Дом РФ позволит обеспечить жильем 1500 семей, чьи права нарушены при участии в долевом строительстве. Для переселения из аварийного жилья подготовлено больше 100 тысяч квадратных метров на сумму свыше 4,5 миллиардов рублей. В областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства в размере 162 миллиона 235 тысяч. Что позволит расселить 24 аварийных дома, это 6 тысяч квадратных метров, в 9 муниципальных образованиях. Барышевский, Инзинский, Корсунский, Сурский, Сенгилеевский, Ульяновский, город Димитровград, город Новоульяновск и город Ульяновск. Поддержать планируют не только проживающих в аварийных домах и дольщиков. 15 миллионов рублей потратят на программу обеспечения жильем молодых семей. Плюсом к этой сумме федеральный центр дополнительно выделит еще 51 миллион. А это уже позволит кардинально улучшить жилищные условия 120 молодым семьям региона.